Здравствуйте, мои дорогие коллеги, плетельщики, начинающие, опытные, будущие и очень крутые. Я на своем складе, меня зовут Наталья Петровская, склад у меня находится в Москве, склад Ротанга. Я продаю только гатчину, и сейчас я вам покажу то, что есть сейчас, и то, что сегодня еще пришло. Очень большой ассортимент, сейчас покажу основные, и еще 42 позиции, плюс пруток, кто-то давно ждал пруток, у меня в наличии присутствует. Заказать вы можете, непосредственно приехав на склад, пощупав, вот так потрогав, выбрав тут, знаете, заломав, посмотрев на мягкость. Вот, а можете, если вы знаете, просто заказать цвет или позвонить мне, я вас проконсультирую, насколько позволяет мне моя квалификация. Итак, приступаем. Так, начинаем осмотр. Это графит с серебром. Это просто графит. Видите разницу, да? Серый с черным называется. Это шестерочка и это шестерочка. Восьмерка двойной. Очень легко плетется, очень приятный и очень экономный. Есть ряженка, есть вот такое красное дерево, есть венге, есть березка двойная, желтый обыкновенный, белый шлифованный, зеленый шлифованный, хаки шлифованный. Специально рядом положила, чтобы было видно. Мой любимый розовый с черным, его уже называют родонит. Это уже такое народное название. Если будете заказывать, скажите родонит, и вас пойму. Он из этой же серии, что вот этот серый. Двойной. Это вернее, не двойной, извините. Это хаки переходный. Хаки с черным, переходный. Здесь ольха гладкая. Перламутр темно-зеленый. Это черный с серебром. Видите, почему так называется? Основа черная. Серебряное наполнение, напыление и вот такой вот винтажный стиль. Опять двойной слоновая кость. Розовый с белым, очень красивый. Индиго с черным. Посмотрите, синий с черным. Тоже он отливает всеми цветами, очень хорош. Серый с черным, графит с черным, как я вам показывала. Этот называется черный с бирюзой, но мы его называем космос. Будете заказывать, скажите космос, я сразу пойму. Шоколад гладкий. Хаки. Так, здесь у нас пошел необыкновенный цвет. Он называется оливковый. Он отличается от хаки. Вот смотрите, хаки, оливковый, другой оттенок. Дальше пошел опять пошел родонит. Темно-зеленый перламутр. Это бронза с черным. Черный с бронзой, извините, черный с бронзом. С бронзой. Вот такой вот он. Весь отливающий, красивый. Бронза фактурная. Бирюза с черным. Лоза шлифованная. Глина. Ольха. Белый с бронзой. Очень приятный в плетении, красивый, необыкновенно. Ну, опять графит, я его очень люблю, но мне везде. Так, это остатки небольшие, звездочка. Это звездочка, красное дерево. Красный, классический, гладкий. Морская волна, классическая, так сказать, семерочка, шлифованная. Вот посмотрите, здесь это, видите, бронза с черным. Бронзы у меня что-то очень много. Опять звездочка. Капучино. Фактурный шоколад. Двойной шоколад. Вот она, эта винтажная серия. Черный с серебром. Черный с бронзой. Нежная мята. Капучино. Шлифованный семерочка. Хаки с черным. Спаржа с черным. Светло-зеленый называют. Светло-салатовый с черным. Вот так. Классический хаки. Семерочка гладкий. Семерочка красное дерево. Очень экономный. Он немного бы
я бы сказала, даже похож на полумесяц. На самом деле это полутрубка. Легко плетется, просто целую кучу изделий можно наплести и смотрится достойно. Так, серая березка, фактурный шоколад, опять звездочка, вишня, темно-синий, космос, белый с бронзой, оранжевый с черным, космос, серый, шлифованный, ряженка, звездочка, ряженка двойной. Орех, ой, простите, это не орех, это красное дерево шлифованное, шестерка. Очень в изделиях натурально смотрится. Шоколад гладкий, салатовый перламутр, слоновая кость, хаки, золото с черным. Какой же он красивый, по-моему, он у меня остался один, да. Просто очень-очень красивый. Серый. Звездочка светло-серый. Есть такой еще потемнее. Двойной. Слоновая кость. Бронза с черным. Графит с черным. Оранжевый с черным. Нет, два оранжевых, значит, осталось. Сейчас я на второй этаж поднимусь. Это... лоза шлифованная, вот такой темно-зеленый, черный с темно-зеленым, черная подложка, вся вот эта винтажная серия, вот он стоит бронза, вот он стоит в изделиях, просто и плетется, и выглядит очень-очень достойно. Этой же серии есть салатовый, и этой же серии есть джинс. Вон он голубой стоит, видите? Еще не дошли туда. Фактурный капучино, это туман, так называемый, я его называю бамбук, потому что изделие уж очень красивое, похоже на бамбук. Здесь наверху сразу посмотрим, шоколад звездочка, хаки, красное дерево двойной, белый с бронзой, орех звездочка, сирень шершавый, серебро, черный с серебром, шоколад, звездочка. Вот серый, я вам говорила, светлый. Посветлее, потемнее есть звездочка. Почему-то звездочка как-то не залюбилась, а я его обожаю. Шоперы прямо из него плести одно удовольствие. Шоколад двойной. Капучино, звездочка. Это лавандовый. Вот так вот лучше покажу. Лавандовый с черным. Так, пойдемте на эту полку. Наверх. Смотрите, это хаки, а это оливковый. Черный с оливковым. Видите разницу, какая в цвете? Он очень-очень красивый. Прям рекомендую тоже. Белый двойной. Красный с черным. Серебро перламутр. Заказывайте уже. Скоро Новый год. Это все новогодние дела. Очень красивые. И елки. Я сейчас посмотрела. В этом году... украшения елочные все в сторону серебра направлены. Одно время было, помните, красные аксессуары, белые, какие-то синие. В этом году серебро в моде. Вот у меня серебро. Лаванда с белым. Шоколад звездочка. Это все серебро к Новому году приготовленное. Желтый шлифованный. Хаки с черным. Вот он, мой любимый, черный с голубым, он же джинс. Хаки гладкий, орех гладкий, шестерка. Вот смотрите, вот орех, а вот бронза с черным, чтобы было видно. Бронза с черным тоже новогодняя тема, не пропустите. Здесь у нас пошла ряженка, звездочка, белый шлифованный, двойной, слоновая кость. Серый звездочка. Так, это все повторы. Лаванда, космос, родонит. Я так называю своим именем. На самом деле это такое народное название. Так мои ученицы назвали, и мы так зовем. Морская волна с черным. Розовый перламутр. Орех шлифованный. Фантастическая сажа.
Просто очень-очень рекомендую сажу. Бронза с черным. Вот она опять винтажная серия. Салатовый, черный с салатовым, черный с голубым. Это обычный. Лаванда с черным. Так, здесь пошли опять морская волна с черным. Оранжевый шершавый, есть оранжевый гладкий, видите? Так, это хаки с черным. Все здесь повторы, 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 повторы. Хаки есть, розовый перламутр, темно-зеленый перламутр. Причем он, видите, он то темно-зеленым, то серым, то каким-то синим выглядит. Очень красивый цвет. Стандартный классический шоколад, шлифованный с черным. Ой, нет, господи, шоколад. Просто шлифованный шоколад семерка. Здесь фактурная капучино. Наверх поднимаемся. Сирень. Она отличается. Вот посмотрите, тот розоватый, а этот такой более сиреневый. Темно-синий, синий индиго шлифованный. Это все повтор, повтор, повтор. Вот осталась одна семерочка лоза. Это семерка. Такая же экономная, как вот это красное дерево. Если вы хотите себе сплести много, недорого и быстро, и чтобы руки ваши сказали вам спасибо, вот это прям самая та серия. Розовый шлифованный, белый фактурный шоколад. Так, вот пока сейчас все. А вот это вот сейчас подлежит разбору. Продолжаем видео. Белый гладкий. Новый пришел фантастический, это черный с лавандой, вот этот из серии винтажный, очень-очень красивый. Шоколад гладкий, красное, темное дерево, лоза шлифованная, вишня с белым, темно-зеленый с черным, очень красивый. Это называется брауни. Это очень красиво. Я пила из него кашпо. Он просто в изделии смотрится фантастически. Опять черный шоколад. Двойной орех. Посмотрите, какой красивый. На мой взгляд, двойной орех выглядит гораздо лучше, чем одинарные обычные. Так. Лаванда с белым. Текстурированная, видите, лаванда. Сейчас по свету вот так поставлю. Вот. Текстурированная вишня. Вишня с белым. Так, это я все показывала. Так, вот пришла еще березка 07, коричневая. Из варианта дешево и сердито. Очень классно смотрится в изделиях, при этом расход абсолютно минимальный. Шлифованная лаванда. Вот это называется цвет василек или нежно-голубой. Так, все, я там дальше показывала. Графит шлифованный, очень классный. В изделиях будет вообще фантастический. Серый с белым. Гладкая лоза. Посмотрите, какой красивый. Как будто бы чуть-чуть переходный, но это такая шлифовка. Очень красивое темное дерево. Дальше пошел брауни. Я уже плела из него кашпо. Выглядят они фантастически. Еще хочу брауни с черным сделать совместно. Мне кажется, будет тоже очень-очень. Потому что однофактурные. Вот она как раз, эта сажа. Смотрите. Вот она сажа. И вот он брауни. Прям вообще. Надо их переплести вместе. Они будут шикарные. Тиффани, он же бирюза. Так, опять гладкая лоза. Здесь у нас, смотрите, это кедр шлифованный. Гладкий есть? Гладкий тоже есть. Это моя любимая глина с белым. А вот, кстати, и гладкий кедр. Новиночка пришла в этот раз. Посмотрите, какой красивый двойной бронзы с черным. Просто класс. Кто не знает, это очень экономный ротанг и очень хорошо плетется. Очень послушный. Так, пришла семерка медь. Готовимся к Новому году. Это прям хит вообще для украшения, для юбок, для разных-разных штуковин.
Так, значит, желтый, вишня. Это вишня шлифованная семерка. Вишня с черным. Это черный с салатовым. Там опять пошла брауни, пошел брауни. Потому что это очень классный цвет. И кто не пробовал, прям рекомендую попробовать. Так, дальше пошел переходный. Это серый с белым. Нет, серый темно-серый с серым. И здесь пошла очень красивая расцветка. Серый с капучино. Он как-то называется деревенька, что ли. Не знаю. Но в изделиях очень-очень хорош с собой. Обратите внимание. Так, пришла вот такая лента. Она, по-моему, одна осталась только. Пришла вот такая белый перламутр. И переходим к прутку. С прутком слегка шлифованный слоновая кость с серым. Это как называется? Это бронза с черным. Она блестит вся. Посмотрите, какая красивая. Это вот оно, темное дерево пришло. Такое рыжевато-красновато-терракотовое, очень красивое. Так, это серый, гладенький графит. Такой красивый пришел, слегка шлифованный черно-коричневый. Видите, переходный. И он весь на броне. И... Вот это прям моя мечта. А нет, это гладкая ириска. Прям, правда, ириска сладенькая. А вот это слегка шлифованная. Очень мне понравилось. Так что вот, пруточек тоже пришел. Это у нас троечка. В принципе, под заказ, если хотите, напишите. Можно попробовать заказать двушечку. И шоколадный тоже один. Они, видите, как вот эти упаковали в маленькие бухточки 2,2, 2,2. А эти уже пошли в большие 3,8. А этот прям вообще большой. Заказываешь же в килограммах. Я, например, там заказала 15 килограмм. Вот таких 3 пришло, а таких вот получается много. Поэтому может всем хватить. Так, мне кажется, на сегодня все. Давайте еще раз вот так. Я знаю, что вот так многие любят скриншоты делать. Давайте еще раз вот так сделаю помедленнее. Проведу камеры. Если вам что-то понравится, делайте скрины. Примерно говорите, например, там вот тот вот, который между коричневым и шоколадом лежал. Я тогда увеличу, на складе посмотрю, вам пришлю на согласование. Смотрите, как хороший этот, да? Сияет прям. И космос тоже прям. Это, видите, одинаковый ратанг. В зависимости от того, в какую сторону лежит, у него цвет меняется. Очень мне нравится. Так. Немножко перламутра. Ну, собственно, вот и все. Друзья, я рада была представить вам вот эти вот сокровища из нашей кашпушницы. Потому что кашпушница – это не только человек, это в первую очередь место, где продают кашпо, где плетут кашпо, где встречаются кашпушницы. Все это могу отнести смело к слову, кашпошница. Ой, хорош. Прям ручки чешутся поплести. Кто у меня бывал уже на складе, добро пожаловать. Кто не бывал, приезжайте. Всегда рада буду. Единственное, что сейчас пока летний дачный период. Ну, почти летний. Мы бываем здесь не каждый день. Надо согласовывать заранее. Ну и также работает Яндекс.Доставка. Это сделать очень легко. Вы можете сами на себя оформить. Вы можете меня попросить. Я оформлю вам трек. И пришлю. Но придется 2-3 дня подождать, потому что вот в основном живем на даче сейчас. Добро пожаловать. Пока-пока. А, забыла сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео.